Всем доброго утра, надобрейшего майского. Хоть сегодня и пятница 13-е. Сейчас будем коту кормить. Вон уже не собрались. О, улеглись. Устали, пока бежали. Так. Кто это у нас? Опа. Маня. Я же говорю, они не голодные. Пуня. А ну. Ну ладно, и то, ну что это такое, ладно, сейчас ему кинем рыбинку, специально сварил, чтобы убить всякую живность. Сэмик, иди сюда. Ну нехотя так, нехотя, да, Сэм? Ну, Пуня еще так себе. Чапкает что-то там. И они не голодные. Кушай, кушай. Оп, Сэм кого-то услышал. Ох, чудной кот. Уже больше года. И все равно шугается. И меня шугается. О, скушала. Скушала. На тебе еще одну. О, да. Говорят, что аппетит во время еды приходит. Повезло, что рядом озеро. А так в это время дорого корм покупать. Он-то есть, но дорого. А так, природа. Игрушки, сливки. Все есть. Дай Бог, чтобы оно и было. Всем хорошего дня, пока.